новом сезоне проекта «Пластика Лайф» маме очаровательных тройняшек 31-летней Ирине предстоит абдоминопластика. У Ирины вообще в жизни было место подвигу, так скажем, потому что тройня – это, конечно, всегда подарок. Но вот за эти подарки женщины, к сожалению, расплачиваются вот такой вот деформацией. И, ну что, будем спасать. Мой случай сложный. Пусть посмотрят, что даже такое можно убрать, сделать эстетически красивое тело. «Пластика Лайф» с 11 апреля на 31 канале.